Привет, друзья! Что сегодня хотел вам рассказать? В комментарии под одним из видео пользователь, по-моему, с ником Мартин, попросил, чтобы я снял обуз. И сейчас я этим и займусь. Я придумал способ обуза. Сейчас им поделюсь, дорогие мои подписчики, с вами. Обузить будем викторину на 10 тысяч очков, и за это получим один уровень компедиума, что, в общем-то, неплохо. Как это сделать? Для начала выбираем обычный поиск игры с режимом самым непопулярным. Ну, это либо List Played, либо Random Draft. В регионе убираем эту галочку и ставим регион с самой большой задержкой в развитии. Ну, у меня это Австралия. Жмем ОК. Найти игру. Еще раз продолжить. И сейчас нас ждет очень-очень долгий поиск. Пока он идет, мы спокойненько проходим всю викторину и получаем заветные 10 тысяч очков, собственно, один уровень компедиума. А перед тем, как всем этим заниматься, я рекомендую вам повторить скиллы всех героев и все предметы в Dota 2, из чего они состоят, сколько они стоят и т.д. и т.п. Чтобы просто-напросто побыстрее и без ошибок пройти эту викторину. Дорогие мои друзья, в следующем видео, как и обещал, я буду открывать сокровищницы, крутить колесо фортуны. В общем, все эти 75 уровней я буду принимать. Такой будет обзорчик. Надеюсь, что у меня выпадет в сокровищницах и в колесах что-нибудь интересное и дорогое. Вот так вот. И не забывайте, что в выходные дни я провожу розыгрыш 3 компедиумов среди моих подписчиков. Если будет больше 150 подписчиков, я, как обещал, я удвою количество призов, и будет 6 компедиумов. И, возможно, я еще добавлю, ну, наверное, какой-нибудь из аркан. В общем, будет грандиозный розыгрыш. Обязательно не пропустите его. Подписывайтесь на канал, комментируйте. В комментариях я приветствую как конструктивную критику, так и если вы пишете, чтобы вы хотели, чтобы я снял в последующих видео. Ну что ж, дорогие мои друзья, не забывайте про лайки. Удачного вам всем обуза. Пока. До встречи в новых видео.